Всем привет! Worldcard.ru с вами на связи. Меня зовут Иван. Друзья, сегодня у нас для вас анонс новогоднего розыгрыша. Мы разыгрываем призы. Конечно же, это будут у нас денежные подарки. Как всегда, мы вас готовы порадовать прикольными призами в виде денежных банкнот. Друзья, условия, как всегда, максимально просты. Вам нужно быть подписанным на наш YouTube-канал, на наш Telegram-канал, обязательно поставить лайк под этим видео и написать один комментарий любого рода, в котором не забудьте, конечно же, оставить последние 4 цифры вашего телефона. Друзья, у нас будут 3 победителя. Общий призовой фонд у нас составляет 15 тысяч рублей. По-моему, это хорошая цифра. 3 счастливчика мы выберем и, соответственно, эти деньги разыграем. И не забудьте, конечно же, друзья, чтобы у вас были открыты подписки, чтобы мы могли убедиться, что вы действительно подписаны на наш телеграм-канал. Это все можно сделать в настройках на YouTube. Друзья, всем желаю удачи, всех с наступающим новым 2023 годом. Надеюсь, этот год будет для нас благоприятный и радостный во всех аспектах. Мы будем дальше возить для вас классные, крутые машины, а вы будете радоваться, собственно, жизни. Дорогие друзья, конкурс у нас пройдет до 30 декабря. 30 декабря в 19:00 по Владивостоку мы проведем, соответственно, итоги. Наверное, это будет, скорее всего, в прямом эфире, поэтому обязательно следите, подписывайтесь и не пропустите. Всем удачи! Из Новосибирска давайте посмотрим на эту машину. 2 Toyota Alphard, друзья. Аукцион USS. 1,5 литра, гибрид. Здесь вот такой бронзовый цвет мы с вами имеем. Получили вот такого Toyota Crown. Здесь и 20-й кузов. В общем, короче говоря, полный фарш. Ну и по кузову новый Harrier. Vitz, Romeon, Fit, Vezel, RVR, Alfa Romeo, Swift. Сегодня выдаем в лучах приморского солнца корейский автомобиль. Топовая Kia Sorento, дизельная на полном приводе, объемом 2,2 литра. Для нашего клиента Евгения, который уже прилетел во Владивосток, мы его ждем в гости. Такая замечательная Sorento. У нас есть 38 тысяч пробег на все возможных опциях, на всех пирогах, как говорится. Панорамная крыша, черные зеркала с контролем слепых зон на подогревах, на вентиляции, на камерах кругового обзора. На электроприводе, пожалуйста. На всевозможных регулировках сидений. Данный автомобиль я уже так за кадром поизучал. Он мне очень понравился, вот честно. Это первая вот корейская машина, в которой мне было очень удобно и комфортно сидеть. Говорю это не просто, чтобы сказать, а как есть, так скажем, по факту. Задний ряд, пожалуйста. Кожаная обивка сидений. Двухкомпонентная. Есть розетки, сеточки и порожек. Кстати, у нас есть здесь на порожках надпись Sorento, здесь еще порожек более массивный, такой красивый. Сидеть на заднем ряду Sorento очень удобно. Есть и подогревы для задних пассажиров, и есть розетки, пожалуйста, 12-вольтовые. Есть еще и, друзья, у нас здесь вот подлокотник, в котором спрятаны подстаканники. Вот так это дело все выглядит. Визуально второй ряд с панорамой просто выглядит классно. Можно тут сидеть и кайфовать, смотреть на небо. Воздуховоды. Можем регулировать спинку и, соответственно, двигать сидушку переднего пассажира. Индивидуальная подсветка здесь у нас. Крючки есть, которые вот можно убрать, можно вытащить. Вот здесь у нас включаются подогревы, пожалуйста. 2 степени. И, конечно же, стекло. Здесь вот очень красивый глянцевый пластик идет по периметру двери. Еще не сказала о музыке. Она здесь JBL. Это всегда здорово и классно получить. Музыка играет действительно достойно. Место, как вы можете видеть, сидушка вот эта отодвинута под меня, то есть я сижу, место еще вагон, на самом деле. Здесь есть такие кармашки, как у пассажира, так и у водителя.
и вот такой ряд, вид на передний ряд, на место водителя. Кстати, осталось у нас ароматизатор Little Trees, елочка. Первый ряд Sorento привлекает меня лично наличием вот всевозможных, так скажем, электрорегулировок и под ноги, и под спинку. То есть все это можно, и атаманку можно даже чуть-чуть вытянуть. То есть это все очень круто здесь, на самом деле, реально сделано. Здесь у нас селектор, управление 4WD. Пожалуйста, блокировка. Можно включить парктроники, можно включить камеры, переключение режимов езды. Там беспроводная зарядка. Я уже проверил на своем телефоне, она работает. То есть телефон даже в чехле там заряжается. Пробег, пожалуйста. 38 тысяч километров. Здесь память сидений у нас. Конечно же, видна карта, которая отделана кожей. Подкапотное пространство данного Sorento. Вот он, 2-литровый дизельный агрегат. Пожалуйста. И светодиодная оптика, конечно же, у нас. Мультимедиа JBL, которая также переведена на английский язык. Зашита штат на два языка. Это корейский и как раз таки английский. Селектор, как показывал вам ранее. Здесь у нас есть ниша небольшая. Здесь тоже вот ниша, она закрывается глянцевым пластиком. Ну и здесь управление подогревами всевозможными и вентиляцией. Ну а здесь по кнопке у вас камеры. Как слева, так и справа, спереди, сзади, сверху. В общем, этот Sorento оборудован по полной программе. Два Toyota Alphard, друзья. Для нашего клиента Виктора. Гибрид на полном приводе. Вот этот вариант у нас максимальной комплектации Executive Lounge. Этот вариант у нас бензиновый, в 35-м кузове. Такие два красавчика. В более простой комплектации. По-моему, у него комплектация X. Еще один красавчик Alphard в таком достаточно необычном цвете. Это не типичный цвет для Alphard. Все хотят или белый, или черный, да, под костюм. Здесь вот такой бронзовый цвет мы с вами имеем. Для нашего клиента Андрея из Москвы. 4,5 балла оценка, друзья. Гибрид на полном приводе. 30 тысяч пробег. 2018 год выпуска. И, конечно, максималка Executive Lounge. На летней резине у нас машина. Достаточно большая редкость, когда автомобиль приходит именно на зиме. Две электродвери. Два отдельно стоящих кресла, пожалуйста. Как всегда, управление, подлокотники всем необходимым. Печка для задних пассажиров, подсветка, третий ряд, кожаный салон, подогрев вентиляции сидений, подогрев руля, память сидений, бирки о замене масла, электропривод сидений. Такой красавчик Alphard. Получили вот такого Toyota Crown. 220 кузов. Уже, к сожалению, не самый последний, не самый актуальный, но он не перестает быть самым, ну, одним из самых красивых кузовов Toyota Crown. Для нашего клиента Рамиля. G Exclusive комплектация. Об этом гордо именуются наши льдики. G-Executive. Так, ну и давайте немножко о том, что есть в данном крауне. Парктроники, камеры кругообзора, контроль слепых зон, светодиодная оптика,
эмблема короны на решетке, конечно же. Вот сразу можно видеть камеру. Вот такая оптика. На летней резине автомобиль у нас пришел. Размерность ее очень красивая, кстати, литье. Прям вообще мне очень нравится. Низкопрофильная резина у нас. Видите, она вот так вот с таким ярко выраженным элементом. Так, размерность. Так, здесь у нас не видно. Вот здесь хорошо видно. Вот, пожалуйста, 225, 45 на 18. Ну, красиво. Очень красиво. Ну и давайте посмотрим, что у нас по салону. Салон, друзья, у нас на белой светлой коже. Мотор, если кто не знает, в этих кранах устанавливается А25А. FXS, конечно же. Вот такая дверная карта, пожалуйста. Комбинация темной и светлой кожи, очень красиво. Глянцевая вставка под дерево, вообще шик на самом деле. Электропривод, конечно. Гордо именуется здесь Crown. Шильдик, как всегда. Цвет, кстати, не 0,70, а 0,62. Тоже какой-то интересный цвет. Тоже вот так переливается. Автомобиль пока грязненький, еще не мыли, соответственно. А вот такая связка ключей. Здесь два ключа плюс автозапуск еще. Ключ, вот видите, в таком чехле был. Так, ну, с первым рядом детально мы посмотрим чуть-чуть позже. Всех интересует, что на заднем ряду у нас. На заднем ряду Crown вот здесь. Это всегда, конечно, замечательно. Сеточка, шторка вот такая. Можно ее, соответственно, прицепить. Так, давайте я присяду, и мы с вами закроем дверь и посмотрим, что у нас здесь. Конечно, управление печкой. Есть подогревы, пожалуйста, в авторежиме. Можно самому все это дело делать. Управление шторкой. Пожалуйста, раз. Переключение задней передачи, она также опускается, если поднято. Два подстаканника. Можно спинку, соответственно, тоже регулировать. Все электрически происходит. Так, ну, управление, конечно, мультимедией. Громкость можно повысить. Можно менять здесь, конечно, обдувы. Два дефлектора. Тоннель. Надпись Crown. А, точнее, шильдик короны. Ну и сиденье, конечно, можем здесь регулировать, как нам нужно. Можем пододвинуть, чтобы нам пассажир не мешал. Сиденье уезжает очень далеко, на самом деле. Ну, то есть, посмотрите, место. Просто космос. Воздуховоды, пожалуйста, здесь еще у нас есть. Подсветка. Светлая кожа, смотрится просто потрясающе. Ну и, конечно, есть еще у нас здесь ниша, которая обита бархатом. Ну и, соответственно, подлокотник можно также спрятать. Вот так его убрать, чтобы он нам не мешался. По месту в ногах, друзья, вы уже посмотрели. Теперь давайте покажу вам, собственно, себя. И место над головой есть. Запас в плечах есть. То есть, действительно, вот два человека здесь разместятся просто с большим-большим комфортом. Если, конечно, втроем сидеть, вот особенно в каких-то зимних куртках, будет, наверное, немножко тесновато. Но хотя здесь и не усядется человек из-за тоннеля, а вот вдвоем, пожалуйста, или одному вообще. То есть можно разместиться просто классно. Максимально спинку назад и поехали. Теперь давайте поговорим о водительском месте. Здесь у нас, конечно, сиденье имеет память, и это все электрорегулируется. Здесь, конечно, руль, как и на всех последних Тойотах, имеет все необходимые опции. Пожалуйста, приборная панель. 3 градуса тепла сейчас у нас. Пробег, пожалуйста, 42 тысячи. Сейчас машина работает у нас как раз на батарейке. То есть вы видите, как слышите, что очень тихо в автомобиле. Так, контроль слепых зон у нас, друзья, присутствует. Здесь, как всегда, в крауне управление
через центральный мультимедийный экран можно здесь регулировать у нас и температуру, и обдув, и включать подогрев, например, руля или сидений, регулировать климат более индивидуально. Пожалуйста. Здесь у нас также переключение на мультимедийную систему. Можно общаться по телефону, для этого никого, этим никого, собственно, не удивишь. Селектор. Камера заднего хода, пожалуйста. И плюс камера у нас кругового обзора также присутствует. Массивный тоннель, подлокотник. Жалко, что я вот не вижу пока беспроводной зарядки. То есть ниша, допустим, есть, но почему бы сюда не строить беспроводную зарядку, как в корейцах, это непонятно. Здесь небольшой лоток вместо хода AUX под USB. Ну и здесь, друзья, также у нас можете управлять автосветом, например, включать камеры. По кнопке это все дело можно сделать. Так, и экран у нас получается не сенсорный. Не могу понять, честно говоря. Должен быть, по идее, сенсорный. Ладно. Есть автопарковщик. То есть можно задать направление, и автомобиль припаркуется самостоятельно. Ну и здесь у нас управление, соответственно, зеркалами, кнопка запуска, все в тонах коричневая кожа и светлая кожа. Мультимедийный экран дублируется, и поэтому, соответственно, это не сенсорная составляющая, а здесь составляющая уже сенсорная присутствует. Можно здесь, соответственно, настраивать различные настройки. Можно и перевести автомобиль на, точнее, мультимедию данного автомобиля на английский язык. По данной клавише можно вывести настройки автомобиля, а именно сделать режимы Eco, Normal или Sport, пожалуйста. Normal, Sport. Или режим снег, который прям вынесен здесь отдельно. Соответственно, еще также, друзья, мы можем здесь регулировать для задних пассажиров, например, ту же шторку поднять, закрыть двери и настройки по, соответственно, дисплею и какие-то еще настройки по мультимедиа. Ну и вообще о климат-контроле на Crown 220. Здесь трехзонный климат-контроль, есть ионизатор воздуха. Соответственно, можно регулировать здесь все. Это дело сенсорным, как для пассажира, так и для водителя. Также можно настроить все в авторежиме. То есть он сам будет знать, когда он включает там сиденье, подогрев или вентиляцию. Также и с рулем. Кроме того, можно, соответственно, это дело все выключить по кнопочке OFF. Или перейти в меню. Здесь уже, соответственно, есть у нас настройки, допустим, для водителя отдельные, да. Можно настроить как вентиляцию, так и подогрев сидений. Пожалуйста. Кроме того, можно здесь регулировать у нас обдув. Да, то есть мы таким образом авторежим выключаем. Также это все дело можно регулировать и для пассажира. Видите, все меняется с другой стороны. Для пассажиров заднего ряда. И еще настройки вот здесь такие есть у нас. Например, мы можем сделать все в авто. Все авто. У нас и руль, и сиденье, и климат. Все в авто. Можем включить функцию свинг, нашу любимую, когда бегают у вас дефлекторы. Включить ионизатор, включить зону подогрева дворников. Включить экономичный режим для работы климат-контроля. Вот таким образом все это дело можно регулировать. Здесь у нас, соответственно, быстро кнопки по меню, аудио, выбрать там Bluetooth или телефон. Bluetooth или, соответственно, FM звонить здесь можно настроить. Общее меню по мультимедиа. Здесь это T-Connect, это японская система. И карты.
Вот такой интересный, друзья, Toyota Crown. На самом деле машинка интересная. Рамиль давно ждет свой автомобиль. Думаю, будет доволен. А это у нас, друзья, совершенно новый гость. Это Toyota Harrier в новом поколении. 85-й кузов. Купили мы его на аукционе USS для нашего клиента. Поедет данная машина в Иркутск. Аукцион рейс перед вашими глазами. 5 баллов у нее оценка. 2-литровый бензиновый мотор на полном приводе. 30 тысяч пробег. Это у нас, соответственно, 22-й год выпуска. То есть идеальное состояние машины. Новый кузов. Z-комплектация. В этой машине, пожалуй, есть все. Подогревы, вентиляция, камеры, люк. Хорошая магнитола GBL. В общем, короче говоря, полный фарш. Ну и по кузову новый Harrier выглядит очень интересно. Вот такая у него передняя часть. Пожалуйста, камера по центру. Парктроники, LED-оптика. Красивые диски от Toyota. Автомобиль вышел на лете у нас, соответственно. Задняя часть, посмотрите, тоже выглядит просто фантастически. Все вот эти огни, диодная вот эта полоска, просто класс. Багажник на электроприводе. Открывается без проблем. Здесь у нас, вы можете видеть, сабвуфер GBL, алюминиевые накладки. Под полом у нас скрывается органайзер и, соответственно, все, что нужно для замены. А под органайзером еще и запасное колесо. Сейчас попробую достать, показать вам. Убираем, вот, новая запасочка. А это задний ряд. Салон у нас, друзья, исполнен в коже, темные тона. Подлокотник с подстаканниками, воздуховод для задних пассажиров, ковры, жирная карта в коже. Здесь тоже такие вот интересные решения. По потолку он темный, и есть еще и панорамная крыша. Здесь начинается все самое интересное, друзья. Посмотрите, все кнопки у нас заполнены практически. Это и автосвет, и камеры, и подогрев дворников, и подогрев руля, и электропривод пятой двери. Все здесь имеется, все исполнено очень классно. Посмотрите на эти все решения. Сиденье на электроприводе. Давайте присядем. И вот так мы все это дело получаем, друзья, в салоне. Консоль. Запуск у нас с кнопки вот здесь расположен. Сейчас я музыку убавлю. Пожалуйста, блок климата. Все сенсорное. Сделано здорово. Здесь у нас располагается, друзья, электронный стояночный тормоз, автохолд. Место под всякие ваши вещи, разъем USB. Сиденье имеет у нас и вентиляцию, и подогрев. Подлокотники тоже место предостаточно, есть какая-то ниша. Есть розетка. Сиденье, соответственно, у нас с перфорацией. Два подстаканника. Два ключа пришло. Один вот с автомобилем, другой находится у нас в офисе. Вот такой интересный ключ на данном Харрере. Здесь обратить внимание, тоже вот эти все решения очень классные. Приборная панель. Пожалуйста, обратите внимание, 29 тысяч километров пробег. Руль греется, как на всех японцах, только в областях хвата у нас. Пожалуйста, вот приборная панель. Ее можно, соответственно, также перевести на английский язык. Никакой сложности здесь в этом нет. Это делается все очень легко, и приборная панель такая же, как и была у нас
друзья, в RAV4. Вот, пожалуйста, я в два клика поменял уже приборку на английский язык нашего клиента. Поменял литры на километры здесь же для удобства, чтобы будущий владелец уже эксплуатировал машину как подобает, чтобы было ему, соответственно, удобно. Так, и можно еще, друзья, поменять у нас отображение приборной панели. Ну, здесь у нас управление 4WD будет показывать, как работают колеса. Музыка, скорость, запас хода. Сейчас плюс 2 у нас, вон две стойки. Прибор, мультимедийный планшет очень высокий. Здесь, смотрите, обратите внимание, реально место. Не знаю, сколько дюймов, но очень большой планшет. Есть у нас управление здесь и климатом, пожалуйста, можем регулировать. Как подогревом, так и, соответственно, вентиляцией. Ионизатор воздуха в том числе присутствует. Управление режимом езды расположены здесь за селектором. Есть, как всегда, режимы Sport, Normal и Eco. Соответственно, при включении задней передачи у нас, друзья, появляется камера заднего хода, камера, картинка с основной камеры, плюс еще контроль, точнее, круговой обзор. В общем, вот такой хайлер, друзья, для нашего клиента. Вот здесь еще тоже элементы JBL присутствуют. Ну и осталось показать вам только крышу. Все электронно. Такая красота открывается. Продолжаем, друзья, знакомиться с автомобилями, которые мы привозим под заказ для наших клиентов. Vitz, Romeo, Fit, Vezel, RVR, Alfa Romeo, Swift, Mazda Accela, Probox, Fit, Passa и многие-многие другие, которые сейчас в том числе находятся на таможне. Сегодня мы посмотрим с вами на Toyota Vitz для нашего клиента, который заберет автомобиль самостоятельно. Имеем с вами вот такой интересный коричневый цвет. Пожалуйста, аукционный лист. КСП 130 у нас кузов, это значит литровый мотор. На данном автомобиле установлен 3,5 балла оценка и 92 тысячи километров пробег. Комплектация GVL. Быстренько сегодня с вами посмотрим на машинки, в каком состоянии они приходят с аукционов Японии. Вот машина сейчас у нас прошла таможню, прошла лабораторию, ждем готовности электронного ПТС. ПТС, к сожалению, готов обычно не сразу, это происходит из-за загруженности таможни, то есть машины выпускаются раньше, чем готовится ПТС. Это ситуация нормальная, когда машина прошла таможню и лабораторию и ожидает ПТС, то есть это сейчас нормально. GVL, как вы можете видеть, написано на ней. Отличительные особенности, конечно, это вот такая интересная у нас обивка сидений, друзья. Коричневая, вот с какими-то такими всеми рисунками, элементами. Это вот характерно именно для данной комплектации. По салону у нас, друзья, запуск с ключа. Соответственно, ключ у нас пришел один с автомобилем. Если придет второй, то он обязательно оговорился, друзья, ключей у нас два. Один, соответственно, вот такой. Второй такой вот металлический. Блок управления климатом, соответственно, обычная печка на крутилках, тоннель, ручник. Вот такой интересный автомобиль. Есть у нас еще и видеорегистратор, друзья. Это тоже всегда бонус. Так, ну и давайте запустим. Тут как запускается Vitz с мотором 1 литр. Заводится без проблем, пожалуйста. Пробег 92 тысячи. Всем известный звук. Мультимедиа, пожалуйста, работает. Камеры заднего хода в нашей комплектации нет. Давайте посмотрим, за что машине поставят 3,5 балла. Еще раз, друзья, внимание на аукционный лист. 3,5 балла ей поставили за вот замечание с индексом 3. Вот видите, АУ3, пожалуйста, у нас есть. Это у нас как раз по правой стороне. Вот такие моменты присутствуют. Так на аукционе обозначили АУ3. И также, друзья, у нас на бампере тоже есть эти моменты. Так, не вижу я что-то. Вот, друзья, вот такие моменты тоже обозначили как АУ3. Вот за эти, пожалуй, моменты поставили 3,5 балла оценка. Так, Vitz очень бодрый, в хорошем состоянии. На лете, кстати, у нас пришел. То есть сейчас все машины почти из Японии приходят на лете. В зиму, то есть готовьтесь сразу переобуваться.
Это, так скажем, самое сейчас важное. Получили, друзья, также вот такой Honda Везель в кузове RU4. Это у нас гибрид на полном приводе. 4,5 балла его оценка. 19-й год выпуска. Самый минимальный пробег 12 тысяч километров, который вы только можете встретить на аукционах Японии. Аукцион USS. 1,5 литра, гибрид. Поедет данный автомобиль в Читу. Сергей очень долго искал автомобиль. И вот, наконец нашел. Вот именно такой цвет Сергей искал. На самом деле, рестайлинговый Везель. Самой максимальной комплектации Z Honda Sensing, конечно же. Сейчас вам его и посмотрим. В салоне получаем комбинированный салон, соответственно. Прошу прощения за тавтологию. Кожа плюс ткань. Есть расцветка вот такая темная. Есть также расцветка коричневая. Какая-то японская конфетка, пожалуйста, осталась. Все очень чистенько, аккуратненько, 4,5 балла. Ну, фактически новая машина, всегда так это говорю и буду говорить. Посмотрим, что у нас в багажнике. Пожалуйста, полочка у нас есть, друзья. Здесь ниша, дальше там батарейка. Камера заднего хода, конечно же, присутствует. Ну и место водителя. Сиденье на у нас механических регулировках, не на электроприводе. Даже смотрите, в пленочке ручка. Ну класс, кайф же. Дверная карта здесь мягенькая, плюс кожа. Замена масла, пожалуйста. Следующая замена требуется на 16 тысячах. То есть японец перед аукционом поменял масло. У нас в России бы так никогда не сделали. Пробег еще раз 12 тысяч километров, полный мультируль кожаный, круиз-контроль, подогревы сидений, магнитола Газрос очень хорошая, режим спорт. Соответственно, здесь у нас подогрев дворников, тоже очень классно, в Чите особенно поможет, я думаю, Сергею в эксплуатации автомобиля, да и в любом российском городе. Экономичный режим, пожалуйста, отключение всех систем безопасности. То есть Везель, жир, топ. Круче данного Везеля только, друзья, новый Везель, уже нового поколения. Мы тоже такую машину купили, она уже на таможне, также я для вас сниму видео. За моей спиной, друзья, находится Honda CR-V на 1,5-литровом моторе в новом кузове для нашего клиента из Новосибирска. Давайте посмотрим на эту машину. Получаем с вами сразу светодиодную оптику, очень красивый перед у машины, в том числе светодиодные противотуманки. И если вы обратите внимание, колеса направлены сейчас направо, и вот загораются дополнительное освещение. То есть, когда вы поворачиваете руль, у вас машина подсвечивает вам поворот или налево, или направо, благодаря вот вспомогательным светодиодным элементам. Диски у нас очень красивые, большие, на 18. На летней резине машина пришла. Остаток так себе, честно скажем. CR-V. Машинки эти теперь пользуются хорошим и большим спросом. Многим полюбился формат, в том числе и гибриды. И вот бензиновые CR-V, как вот этот вариант на 1,5 литра, тоже пользуются популярностью. Здесь у нас, пожалуйста, шторочка есть. Есть фирменный коврик. Дилерская опция. Кучу денег стоит в Японии. Вот если вы захотите купить такой коврик отдельно на Yahoo, это куча денег будет стоить вам. Здесь у нас какие-то штуки. Остались тут вот, пожалуйста, от видеорегистратора коробка, провода, еще какой-то ТВ-кит. Телевизор хотел смотреть предыдущий владелец. Под полом у нас скрывается органайзер. И под органайзером у нас ничего, только шумка. Светодиодные фонарики, подсветка у нас. Электропривода нет, все механически. Метла. Давайте задний ряд посмотрим. Элементы под дерево очень красивые. Динамики дополнительные. Ткань. Глянцевый черный пластик очень красиво смотрится. Тканевый салон. Ковры. Воздуховоды. Розеточки, пожалуйста. То есть телефон без проблем на заднем ряду можно зарядить. Ну, салончик
в идеальном просто состоянии. Подлокотник такой большой, обратите внимание. Уселся я на задний ряд данного CR-V. Места много, сидушка отрегулирована под меня. Сидеть мне очень комфортно. Если откинуть подлокотник, то вообще красота. Для двух локтей здесь как раз место. И плюс поставить какую-то водичку. Есть у нас свет, пожалуйста. Тоже он диодный. Еще есть вот такие какие-то штуки. Не знаю, что это такое. Ну и видеорегистратор. Как сзади, так и спереди. Водительское место. Очень много подушек безопасности. Сиденье у нас на электроприводе. Все работает. Пожалуйста. Дверная карта, пожалуйста, такая же, как и на втором ряду. Дополнительный динамик. Память сидений. Здесь о заменах масла. Как всегда. А здесь, друзья, запуск кнопки. И у нас подогрев зоны дворников. Контроль выезда из полосы, предотвращение столкновений. Откроем, давайте, капот, посмотрим попозже. И усядемся за руль. Закроем дверь. Руль такой же, как на Civic. В недавнем видео мы вам показывали Honda Civic. Здесь руль и кнопки на нем такие же. Честно говоря, мне не совсем нравится. Это пластик. Смотрится и ощущается все это не так круто. И приборная панель, она также у нас с вами цифровая. Она здесь, у меня к ней претензий никаких нет. Она очень читаема. Все здесь здорово, можно увидеть. Блок управления климатом. У нас есть подогревы сидений в данной комплектации. Также ионизатор воздуха. Также греются и зеркала. Место под очки. Подсветка. Здесь... соответственно, зеркальце с подсветкой. Камера заднего хода, конечно, присутствует. Здесь подстаканники, место под телефон, наверное, бардачок. Это можно штуку вообще убрать, если вам она не нужна. Появляется вот у вас такая большая ниша. Моя рука сюда, половина руки помещается. Здесь розетка. И USB. Отделка также под дерево. И здесь еще розетка есть. Соответственно, дальше, если вам она все-таки нужна, вы ее аккуратно вставляете. Пожалуйста, можете ее отодвигать. Использовать просто как нишу. Вот так вот раз, залезли, достали. И красота. Бардачок с подсветкой. Здесь лежат документы. И по, ну, селектор обычный для бензиновых машин, он такой. Здесь у нас электронный ручник, экономичный режим. И, пожалуй, все. Вот такой интересный Honda CR-V на Новосибирск. И моторный отсек, 1,5 литра двигатель. Смотрится здесь очень миниатюрно, места много. Посмотрите,